Arsch. Ничего я... Будешь орать, пристрелю. Ты кто такой? Кто поставляет вам оружие? Какое оружие? Ты о чем? Хорошо. Если хочешь проблем, я тебе их устрою. Все равно я уже нашел все, что искал. Ничего я тебе не скажу. Ты не из МИ-5. Это точно. Я вообще никто. Так откуда у вас оружие? Чей груз перехватили месяц назад? Ладно, ладно, я скажу. Стволы поступают из Южной Америки через транспортную компанию в Никарагуа. Продолжай. Груз переваливают в доках или... Как их там? Бадди Альварес там главный. По крайней мере, все его так зовут. Так-так. Больше ничего не знаю. Клянусь. Интересная история. Значит, Никарагуа. Поэтому у тебя билет в Новый Орлеан и визитка склада на Арчер-стрит. Понятия не имею, о чем ты. И поэтому все, включая Орори, так боятся типа по имени Жан-Пьер Валуа? И поэтому Орори должен был лететь к нему с чемоданом денег? Ничего я тебе не скажу. Понял, сукин сын? Что ж, счастливо оставаться связанным и без денег. Не стану об тебя руки марать. Твои дружки сами все сделают.
Кажется, это график вылетов. Ну-ка, во сколько мой рейс? В служебных помещениях наверняка есть что-то полезное. Все билеты проданы. Когда подадут автобус, об этом сразу же объявят. Мой самолет уже на взлетной полосе. Пилот ожидает команды на взлет. Эй, кто там? Хэд! На помощь! Тревога! Огонь! Что там такое? I have to add one to the pan.